Всем привет! Сегодня я прочитаю стих великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина «Лукоморье дуб зеленый», отрывок из поэмы Руслана Людмила. «Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит, там чудеса, там лешие бродят, русалка на ветвях сидит». Там, на неведомых дорожках, следы невиданных зверей. Избушка там, на курьих ножках, стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны. Там о заре прихлынут волны, на брег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных, чередой из вод выходят ясных. И с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою егой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый. Под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Стихотворение написано 202 года назад, в 1820 году, ровно 202 года назад. На этом я свое видео заканчиваю. Всем счастливо, всем гудбай. До новых встреч на моем канале. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.